В соответствии с планом работы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея 16 марта текущего года была проведена проверка готовности муниципального образования Кашхабльский район к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2020 года. Членами комиссии была проверена нормативно-правовая база, состояние гидротехнических сооружений и так далее. Итоги проверки были подведены начальником Главного управления МЧС Республики Адыгея полковником Александром Зыбкиным. В работе совещания приняли участие глава района Заур Хамирзов, представители всех служб и ведомств, задействованные в работе, связанной с безаварийным пропуском паводковых вод и работе в пожароопасный период. Важность данного момента, потому что начало пожароопасного периода 1 апреля, это никто никуда не передвинет. До 1 апреля мы должны быть полностью готовы. В этом году мы определили, что готовность субъекта исходит из готовности муниципальных образований. Каждое муниципальное образование вносит в копилку субъекта свою оценку по готовности. Глава района дал поручение соответствующим службам устранить выявленные в ходе проверки нарушения и заверил руководителя МЧС, что район в целом готов к чрезвычайным ситуациям.